Так, сейчас забираем еще одну опору на проверку. Опора 8,5 метров. Предыдущие мы уже сделали. Сейчас увидите весь процесс от начала до конца. Установка, проверка прямоты, кривизны. Не прямоты, а кривизны. И упругость опоры. Как это сейчас завозят. Должна за опору зайти вот сюда. Даже слишком. Что вы делаете? Не те инструменты. Вот сейчас замеряется, проверяется кривизна опоры струной. Видно, что это натянуто. Есть. Да. Я уже сфотографировал, ну давайте еще. Нет. Вдоль. Тут было видно, что он прямой. И что струна натянута в воздухе, а не просто струна лежит натянута, на... натянута, я уже это сфотографировал. Давайте дальше. Расстояние 1.5 метра от торца до этой точки. 1.5 метра. Сейчас начинаем установку и... Тасу и пус. Аваляма 60 сантиметров согласно спецификации Безико. Как написано в тех условиях? 60 сантиметров от тонкого конца. У вас получается 68, нет?
Ну хрен с ним, ладно. Концерт пусть... считается вообще здесь. Здесь, ну да. Хрен с ним, пусть будет. Давайте, батя. И пост будете делать, нет? Обнуление. Я буду делать. Это не серьезно. Идемте сюда. Это не серьезно. Таня. Ефим, бо там одні мови. Лепо, лепо. А там не походим колька. Ефим, ну давайте йдіть сюди. Я палик пошли. Там захала. Оп. Давайте, показывайте мне, вам-то что смотреть? Да. Они! Я хрень. Хрустить. Четыре четыреста, четыре семьсот, восемьсот. Ну, цели захрен? Плохо видно. Едет назад. Сейчас снимают измеритель и опять будут проверять струной. Как все был осталось. Прямой, так остался прямой. Вот это та же самая опора после снятия нагрузки. Это уже вторая или третья? Третья. Ну все, я выключаю. Зеу, сиям, нукен? Да.